Всем привет! Только проснулась, снились сны про эту войну между Арменией и Азербайджаном. Господи, такие страшные сны снились, что просто рада, что проснулась, рада, что вокруг мирное небо. Мне приснилось, что у меня на глазах убили группу людей. В общем, в них просто попал снаряд, и они все легли мертвыми. Это было настолько ужасно, что я когда проснулась, я вам говорю, я подумала, слава богу, что я не там и не видела это на самом деле. Вот так наши переживания в реальной жизни, они во снах воплощаются. Прошенька мне там тоже поддакивает. Мне очень жаль все мирное население, которое страдает во время вот таких войн. Надо яичку, мама, пускай тут и стоит яичко. Ну пускай стоит яичко, хорошо. Я ж не заставляю тебя. Куда? Киев. Я же на три договорилась. А, ну ладно, Алиса, скажи Настеньке пока-пока. Пока-пока. Я вечером приеду. Хорошо, мы тебя ждем. Мы аккуратно. Где моя Зоя? Аккуратно. Мама, включи тараканище, а папа чай. Хорошо, сейчас включу тараканище. Бутербродик кушай, хорошо? Смотри, тебе сова принесла яичко, да? На сове было яичко. Зайчик тебе принес хлебушек с маслом. Да, батон с маслом. А это что это? А там жираф принес. Это медь. Что это такое за мешать? А это красный экран называется. А это что это такое, Саник? Где? Вон. Ну вот это вот красная икра, вот эти красные кружочки, шарики. Это красная икра, их можно кушать. А это что это такое за булочка? Это просто булочка такая же, как у тебя. А, у тебя. Просто мама, бутербродик. Тараканище, я помпаю тараканище, масло кушать. Хорошо, включу тараканище. Сейчас. Конечно, не очень хорошо кушать под мультики, но уже ладно. Имя. Так, какое тебе тараканище? Это? Это. Нет, это вот. Это? Нет, это. Алиса ж еще смотрит в разных вариантах. Нет, это вот это, мама. Это? Нет, мама, не это? Нет, нельзя, мама, не вот. Вот это? Или вот это? Вот это. Вот это. Кушай, кушай, только не забывай. У нас наконец-то порядки уже везде, и в книжках, и здесь на полочках. Мне прям любо-дорого глянуть. А еще посмотрите, какая у нас влажность замечательная. 61. Никаких насморков не будет. Я всего лишь 2 дня побрызгала Алисе болтушку, и на третий перестала. Вчера уже не брызгала. У нее гораздо лучше. И вот эта штука Вента очень нам помогает. Просто замечательно. Хочется? Куда? В Киев. Ну так, не знаю, не особо. У меня понедельник нет пар. Так что, я еще понедельник. Может, ты рано? В смысле рано? Ну, вдруг все-таки ведут карантин. Ну и что? Сейчас там не надо ходить как-то? Не, ну квартира вообще не понадобится, допустим. Может, сейчас лучше? Сейчас нужна. 2 недели так точно. Так сегодня пятница. Я имею в виду, в понедельник бы снимала. Мало ли. Ты шутишь, за день до учебы, в понедельник снять, загрузить все вещи и во вторник на учебу? Ну ты же сегодня говоришь, да, реально снять за полдня. Так а вдруг не выложат варианты хорошие в понедельник и что? А, в таком плане. Не, ну, каждый, ладно, же день выкладывать, знаешь, как уже квартира. Ты как-то странно хлебушек кусаешь. Напишу парикмахеру нашему. О, спасибо, на понедельник напишешь. А может, она в субботу нас возьмет, завтра, например, да. Хорошо. Настенька, аккуратно. А что, ты в понедельник здесь будешь? У меня в понедельник не станет. Аккуратно, хорошо? У меня в субботу опять. Давай. Потом. Вечером вернешься, да? Да. Я думаю, где-то даже 7:30 вернусь. Я на 4 смотрю. Угу. Хорошо. Мы договорились, кто там с Настей в Киеве сходит. Квартиры посмотреть. Угадайте, кто? Напишите в комментариях. Я разломала яичко. Смотри, это нам курочка принесла. Курочка ряба снесла яичко. Она так хотела, чтобы Алисонька попробовала. Сказала, ко-ко-ко, передайте Алисе яичко. Нет. Курочка просила. Нет. Курочка обидится, будет плакать. Нет. Мама, курочка, а курочка?
Гушка. А Гушка, Гушка, будете стрелогаться. Что будет? Алисочка, курочка обидится. Мама, смотри. Да. Давай. Доченька, курочка расстроится. Расстроится курочка, дочь. Ай-яй-яй. Ну вот как ее заставлять. Мама, не приходи и насильно. Мама, смотри, собаки, руки, гагабы, бисты, бисятики, кроватики, жабы, габиты. Да. Мама дырила руку из водовода с трошквиком, рыжий и высотый таракан. Таракан, таракан, тараканец. Мама, смотри, какой таракан. Смотри. О, какой таракан. Прошенька, привет. Кушал, увидел меня, выпустил морковку. Да? Ты мой хороший, скажи, когда мой Валер придет? Мы с Костей приняли решение делать ему самостоятельно такие штуки, стенды деревянные, из деревяшек, типа дерева дома сделаем. И он будет летать у нас в комнате и на них садиться. Да. Да, Прошка? Прошу, хороший. Скажи привет. Скажи привет. Привет. Привет, Проша. Настя вчера мне говорит, мама, ты слышала мяуканье? Я говорю, нет, а кто мяукал? Она говорит, Проша. Я, говорит, искала кота, который мяукает. А это оказался Проша. Имитирует мяуканье. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Бла-б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 ла
Сможешь? А это мой рот. Это мой рот. Меня спрашивали, что это за плакаты. Я вам сейчас расскажу. Вот эти плакаты мы покупали отдельно. Продавались они все вместе. Они были запечатаны. Просто запечатаны все вместе. А вот как они назывались, сейчас найдем. Вот в любом случае ручка называется Smart Koala. Smart Koala. Вот, и это все их продукция. Поэтому ищите, гуглите Smart Koala, кто себе хочет купить, и покупайте. К сожалению, это не реклама, просто рассказываю, потому что меня просили. Многим понравилось, тоже себе хотят. Мы почки. Мы почки. Ну, зато мы рассказываем вам правдиво, что нам нравится, где мы это берем. Как сказала Катя, хороший продукт в рекламе не нуждается. Сейчас с Костей займемся делами во дворе. Я животными. Костя листья опять будет пылесосить. Потом дверью входной он займется. Нади с Дашей и с Костей нет. Они уехали к маме в село. Вот, так что мы сегодня здесь одни. Лимоша. Крошка-енотик. Лимошка, иди гулять по двору. Мы сегодня одни, никого нет, я тебя выпущу. Идешь? Лимося. Алиса, слышу, она у бабушки там на втором этаже. Кричит: бабушка. Что-то там, смотри, какие фломастеры. Пока Костя будет пылесосить листья, у нас с Алисой будут игры на свежем воздухе. Вот что я и вынесла. И еще велосипед. Будем учиться кататься на улице. Дома у нее уже получается. Костя, мне даже ты подкачал мяч. А что это у нас тут за кошечка собралась гулять? Ты видела себя в зеркало? Дашу гулять. Боша, привет. Привет, Боша. Ой, что он сказал? Что он сказал? Что-то непонятное. Гулять. Я подкачал. Подкачал мячик, да? Спасибо. А мы гулять побежали. Такая киса гулять идет. Мама, иди, давай закинь. Букет будем собирать. Смотри, Катя, Алиса букет собирает. Букет. Вот это такой у бабы букет. Ты моя зайка, для мамы. Вот это букет. Спасибо, моя крошечка. Вот это букет. Дай поцелую тебе, спасибо. Мой зайчик. Мама, я на гасельке покатаюсь. Опа. Тут
А что Батон тут делает? Батон, ты же дома был. Кать! Катя! Батон здесь гуляет! Ах ты, рыжий хитрец! Батон здесь гуляет! А как он вышел? Иди сюда! Костя, как он вышел? Я не знаю, я тут с мячами возился, он выходит. Вы там были? Там мы вроде не открывали. Может, он через окно в зале выходит? Только держись. Эх, папа бы с тобой покачался, но уже не влазит туда. Не, у меня желания качаться нет. Не люблю я эти вещи. Со своей вестибуляркой. Ну да. Пошли. Пошли к морским свинкам, конечно же, пойдем. И песчанки, и шиншилки. Пойдем проведаем их, конечно же. Пойдем проведаем. Какие миленькие. Какие миленькие. Смотри, доченька, чтобы не укусила. Может укусить. Миленькие, да. Мама, я могу один песчанки. Ты такой хороший. Не можешь открыть? А, не могу. Давай помогу. Вот так. Это наша Жужа. Привет, Жужа. Видишь? Я погладить хочу. Вы такой хорошенький винтик. Ну, попробуй погладить. Только аккуратненько. Чтобы она тебя не укусила. Жуженька. Видишь? Мама, иду, макайся. А шиншилку? Вон там шиншилка. Вот там шиншилка. Шиншилка там. Ты хочешь спросить, можно ли к нему заглянуть? Заглянуть. Давай вот тут откроем. Ключик. Повернем. Сейчас я гусик. И аккуратненько откроем. Мама, я погладить хочу. Попробуй, но он будет убегать. Он боится. Шиншилочка. Мама, смотри. Выглядывает. Углядывает. Смотри, углядывает. Да. Начинайте. Оп, и попрыгал, видишь? Все. Я не могу остаться. Да, ты теперь не достанешь. Все, он спрятался. Спрятался. А теперь обегает, я у него достану. Давай ему веточку дадим. Видишь, там наверху у нас веточки лежат. Веточки лежат. Держи. Держи веточку, крыси. Ой, там папа что-то включил. Мама, я опаздываю. Доченька, на проводок нельзя наступать, в нем живет ток. Там живет ток, проводок надо переступить ножкой, вот так. Будешь прыгать? Молодец. Мама, погладь кигу, какой хороший. Мама, я не хочу. А ну давай. Молодец. Молодец. Смотри, бабочка. Сейчас он закончит и посмотрит. А ну давай. Поворачивай, поворачивай руль. Да, поворачивай. Давай быстренько едь, покажи папе, как ты быстро можешь. Покажи. Давай. Давай быстро. Молодец. Ух ты, давай с вами вместе.
Руль, Дотя. А какой это был? Да, можно упасть в клумбу, если руль не поворачивать. Давай, ездить уже умеешь, надо еще руль понять, как поворачивать. Мама, это вы говорите, что тогда ползет? Где это ползет? Что там ползет? Где ползет? Муравейчик, наверное. Муравейчик. Давай. Как прекрасно, что мы живем в частном доме. У нас тут свежий воздух, своя территория. Это просто супер. Это не сравнишь. Не сравнишь с жизнью в квартире. Мама, а самой тяжело здесь, наверх надо. Наверх тяжело ехать самой. Нет, я сама. Поворачивай. Ты умница, молодец. Руль, поворачивай. И все, мы поехали. Давай. А еще. Давай поедем тут. Руль, поворачивай. Да, уйди, давай. Давай. Чуть-чуть сюда. Молодец. Вот так. Давай маме. Папа закончил. Давай мячик кидать будем. Кто-то еще жужжит где-то, наверное, на стройке. Вот, этот мячик тоже подкачал, что ли? Такой прям стал. Алис, мама попадет? Два шага назад. Мазила. И еще раз. Опять мазила, что ж такое? Похоже, твоя дочь пошла на мотоцикл. Мама, смотри, что я принесла. Машинку принесла. Машинку? Будешь кататься? Кататься. Осторожно, сзади автобус. Кататься или катать? Катать. Ну, давай. Вот такое у нас замечательное утро на свежем воздухе. Я тебе покажу, что здесь. Ага, иду. Сейчас, секунду. Я должна попасть. Вот. Что там? Видишь, то ли от дождей, то ли от чего расперло. Вон. Видишь, не закрывается она конкретно, вот так чуть-чуть стесать надо. Ага. Вот это рубаночка, ну рубанок здесь не продается, у Паши можно взять. А я вчера шла по эпицентру и говорю, тут есть рубанки. Вот, ну просто. А я хотела просто заснять рубанок и сказать, что я о таком инструменте мечтала все детство. А кто мяукает? Не знаю, тут одна кошка бегала, кстати. А продавщица тут вообще вспоминала, что же такое рубанок. Да, а что это такое? Счухивать дерево. Ну вспомнила же, видишь. Стесывать. Я в детстве мечтала, потому что я любила очень, ну, строить, там, изобретать что-то. И мне хотелось заглаживать. Мы, когда у нас был свой штаб,
Помнишь, у меня был штаб лучших друзей в сарае? Мы с детьми делали лавочки, сами сколачивали. Под моим там руководительством мы делали такое. И нам так не хватало рубанка. Щепки загладить. Лимош, ты надумал гулять? А то сидел, все причесывался. Сейчас Лимош и Алиса домой пойдет, ты выйдешь. Смотри, Кость, вон кто мяукает. Лапуся за нами наблюдает и Батоша. Тоже хотят выйти.